Для хирурга Владимира Ивановича Бураковского нет большей заботы, чем забота о тяжелобольном ребенке, и нет большей радости убедиться, что он исцелен. У этого малыша врожденный порок сердца. Сейчас врачи смело вступают в единоборство с тяжелым недугом. В Институте сердечно-сосудистой хирургии член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Владимир Иванович Бураковский оперирует сердце маленького пациента. Медсестре Ире Девяткиной в детстве тоже была сделана операция на сердце. На всю жизнь сохранит она благодарность доктору Бураковскому. Не волнуйся, малышка, теперь все будет хорошо.